Всем привет, ребята, с вами Никотандер, и сегодня у нас будет видео про Нубика, как он пошел в школу, короче, типа видео для смеха, для тех, кто не понял. Ладно, приятного просмотра, хорошего настроения, спасибо, удачи и погнали! Кстати, ребята, если вы хотите больше видео с Нубиком, тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте это видео. Если я увижу много активности, тогда я, еще одно видео сниму с Нубиком. Только оно будет не сразу после этого, а вот чуть-чуть подольше, потому что я же не буду весь свой канал забивать этим Нубиком. И если вы подписаны, поставили лайк, прокомментировали, можете поделиться с друзьями. Ладно, приятного просмотра, хорошего настроения, спасибо, удачи и погнали. Кстати, это самое смешное видео на моем канале. Ладно, погнали. Кстати, смотрите, я смешное интро придумал. Ладно, приятного просмотра. Эх, опять идти в эту тупую школу. Сколько 2 плюс 2? 2 плюс 2, 22. Лови! Я маслину поймал. Так, у нас первый урок. И сейчас у нас будет снюсоведение. О, снюсоведение, прикольно. Так, сначала нам нужно... Смотрите, сожрал весь снюс и кайфует. Скинулся и откинулся. Так, это кто был? Это кто пёрнул? Я сказал, кто пёрнул? Это ты пёрнул? Это вообще-то вы пёрнули. А кто это вы? Вы это, вы. Это я, это как я. И к вам так обращаются, типа вы. Я это вы. Вы что ли, тупой? Нет, я тупой, а вы умный. Ой, блин. Так, в честь того, что ты тупой, устроим дискотеку. Все, второй урок. Сисьмышник, давай один круг. Я устал. Человек, я так медленно, еще и устал. Вы попробуйте хотя бы 5 раз подтянуться. Так, ну сейчас. Ну вы же жирняй, конечно. Потянули за собой туфлик, сломали. Слышь, ты что ты сказал? Сейчас я на тебя напержу. Сюда, как на себе, чужу говорили, ты. Дредди урок. Так, сейчас у нас шизика урок. О, шизика, ну хоть какой-то нормальный урок. Лучше я свой. Так, продолжаем урок шизику. Это дорожка. А это дерево. Если его кинуть, то по моим расчетам оно упадет. Давай сейчас проверим. Только держи крепко и кидай со всей силы. И... Фух. Так, сейчас еще один корень вырву. Так, четвертый урок. Пора идти на урок. Чопперный театр, эх, великое место. Так, поем гимн Украины.